В районном бюджете одна из самых значительных статей расходов – это социальная сфера. Ежегодно до 70% средств направляется на развитие образования, здравоохранения, спорта и культуры. Строятся новые социальные объекты, проводится большой объем работ по ремонту существующих учреждений. Глава района в еженедельном режиме проводит выездные строительные планерки, на которых контролируют сроки и качество выполненных ремонтных работ. В Славянске на Кубани продолжается строительство центра единоборств. Расположен он на городском стадионе. Значительная часть работ уже выполнена. Само здание возведено. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке помещения, а также подготовке прилегающей территории под благоустройство. После завершения строительства это будет современный комплекс с тремя коврами. Всего на территории края возводится 5 таких центров. Строятся они по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в рамках госпрограммы развития физической культуры и спорта. Посетил глава района и 5-ю школу, где проводится капитальный ремонт здания, в котором ранее располагался центр «Кадетское братство». Кадетам выделили другое помещение, а здесь будут размещены учебные кабинеты. Делается это для того, чтобы перевести школу на работу в одну смену. После завершения ремонта в дополнительном корпусе разместятся 5 классов. Здание старинное, но имеет крепкие стены и фундамент, прочную красивую кирпичную кладку. К Новому году оно полностью обновится, от инженерных сетей до кровли. Строители выровняют и покрасят стены, заменят пол, сделают красивый вход. Капремонт выполняется на средства краевого и районного бюджетов. В общей сумме свыше 15 миллионов рублей. Работы завершатся к 1 января. В двух городских школах, 6 и 18, приступили к ремонту кровли. Эти работы планировалось провести летом, к началу нового учебного года. Но многие муниципалитеты края, в том числе и наш район, столкнулись с проблемой – отсутствие подрядчиков на выполнение данных работ. Из-за выросших цен на стройматериалы они просто не участвовали в торгах. Совместными усилиями краевых и районных властей удалось решить эту проблему. Сейчас в обеих школах начался ремонт кровли. Глава района дал поручение – строго соблюдать сроки работ, задействовать все силы и возможности, чтобы осенняя непогода не нарушила планов. Славянский район – активный участник краевых и федеральных программ, благодаря которым только в этом году в муниципалитете появится 5 новых благоустроенных территорий. Парки строятся в Анастасиевском, Кировском, Забойском, Петровском и Черноярковском сельских поселениях. В станице Черноярковской строительные работы близятся к завершению. Парк расположен в центральной части станицы. С окончанием благоустройства здесь получится просторная обустроенная территория, с которой соседствует детский сад, неподалеку дом культуры, центральный Центральный сквер с фонтаном и станичная школа. Жители смогут здесь отдохнуть после рабочего дня, позаниматься спортом, погулять с детьми. Работы по благоустройству парковой зоны завершатся в ближайшее время. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуга, программа «События».